Ну а теперь по традиции, в конце нашего выпуска Инга Летягина расскажет нам, какая погода нас ожидает в Москве и в Московской области. На севере Подмосковья облачно, на дорогах местами гололедица, возможно, осадки в виде мокрого снега, ветер порывистый 5-10 метров в секунду, местами до минус 15. От 5 до 8 градусов ниже 0. Дорогой, ты что-то хотел мне сказать? Ну, я? Забыл, значит, что-то неважное. Мне пора. Макс! Макс, ну хорош издеваться. Ты что, забыл? О чем? Макс, какой сегодня день? Среда вроде. Так. И что сегодня за дата? День синоптика. Ты издеваешься? А, нет, синоптик. Это весной. Макс, ты что, меня больше не любишь? При чем здесь любишь, не любишь-то? Я не понимаю. Что в последнее время разговор только к этому сводится? Когда день рождения у твоего босса? 17 апреля. А нет, это у нее свадьба была. 10 июля точно. Прекрасно. То есть про нее ты помнишь, а про нас нет? А при чем здесь ее день рождения? Надежда Алексеевна, клиника носит ваше имя. Скажите, это не случайность? Назвать центр моим именем решил, конечно, муж. Как нам известно, медицинский центр «Надежда» получил крупные инвестиции от зарубежных партнеров в этом году. На что планируете потратить деньги? Мы планируем открыть лабораторию клеточных технологий. Инга, добрый день. А я думал, вы будете сами программу вести. Что? Да, о чем? Ну, я про тех, кто на кастинг. Какой еще кастинг? И при чем здесь я? А я, наверное, что-то недопонял. Ладно, я пойду. А нет, подождите. А правда, что происходит? Что это за кастинг? Да я точно не знаю. Я, скорее всего, что-то перепутал. Я вообще в буфет шел за кофе. Вам принести? Принесите. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда кастингуемся? На ведущую. В новую программу «Правда о жизни» называется. Правда, жизнь вы хотели сказать? Да какая разница? Большая. Даже название запомнить не можете, а уже лезете в ведущие. А как вы справляетесь с усталостью? Ген, надо поговорить. Так же, как и все. Витягина, иди на грим. Поговорим после записи. Нет, Витягина, сейчас. Ноги, ты ищешь ведущих в «Правду жизни» за моей спиной? Иди на грим. Это восстанавливает лучшую. Ты не ответил. А ваш муж Привалов Олег Андреевич. Инга, тебе 32. 31, и что? А то, что это и есть «Правда жизни». Передача рассчитана на молодежную аудиторию. Ты это сама придумала. Как они будут воспринимать ведущую, которая годится им в матери? В матери? Ну, знаешь, что ты загнул. Это мой проект. Как ты мог? Приспичило тебе сейчас, а? Ведь хотел же нормально обсудить. Просто позже. Да эти малолетки, они вообще ничего не знают. Как они будут вести передачу? Ты подумал? Нормально они будут вести. На одном языке и с одной позицией. А ты будешь выглядеть как училка. И никто тебе не доверится. И поэтому ты просто меня задвинул? Ты можешь остаться на проекте. Какой идиот тебе вообще рассказал про кастинг? Остаться на проекте, который я же и предложила? Инга, что происходит? Да ничего не происходит, в том-то и дело. То, что я буду вести прогноз погоды до 100 лет. Хотя я журналист. Летягина, 15 минут до эфира. Давай обсудим все после работы. Нет, нормально, да. Ты слышала? Он кастинг проводит. Ты про этих девчонок в коридоре? А ты что, знала? Но... Ты знала или нет? Я только утром узнала и не успела. Инга! Инга, подожди! Инга, давай поговорим! Инга! Ты на меня не сердишься? Но я правда только сегодня узнала, даже не знала, как тебе сказать. Инга, хотите, может быть, чего-нибудь? Петь, а знаешь что? Принеси слойки. Там как раз свежие. Принесли. Так, что с тобой? Ты правда в последнее время какая-то не такая. Не знаю, мне кажется, мне Макс разбил. Ты себя накручиваешь. Нет. Я давно уже это чувствую, что что-то не так. Мы никуда не ходим, не разговариваем. Сегодня он вообще забыл, что у нас годовщина. Правда, потом звонил, извинялся, предлагал отметить. Но я сказала, что меня не будет. Так, он тебе изменяет? Нет, 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 нет. Вот на это он точно способен. Тогда хватит ныть. Все у тебя нормально дома. Да, только любви нет. Любовь есть, только она стала привычкой. Это нормально.
Моего Сережу помнишь? Страстей полная чаша. Только от него каждый день пахнет другой бабой. Ты так хочешь? Нет. Ты думаешь, это я сама просто все порчу? Ну вот сработает точно. Кто это, Макс? Возьми трубку. Макс, ну ты что, домой? Да не знаю. Давай с нами, Андрюхе в планах мальчишник. Нет, я, пожалуй, воздержусь, настроение что-то нет. Ладно, как хочешь, давай. Ну помирись с ним. Я говорю, ты из мухи слона раздула. С кем, с Геной? Да нет, Петенька, ты его не знаешь. Слушай, а можешь еще компотик принести? Так компотик захотелось. А. Спасибо. Макс! Может, рванем, а? А рванем. Давай. Наверное, ты права, зря я так с Максом. Он сейчас там один, обиделся. Никто ему не звонит, никто его не ждет. Думает, что он никому не нужен, да? Ну вот именно. Вот и помирись с ним. Я уверена, что все будет хорошо. Ну, позвони мне вечером. Если что-то не так, то приезжай. Нет, все будет хорошо, ты права. Знаешь, что я сделаю? Он придет домой, в квартире темно. Естественно, он думает, что никого нет. И тут я включу свет, тадам, ужин. Только у меня совсем нет настроения. Так, все. Давай про работу сегодня забыли. А вот с ужином – это хорошая идея. И знаешь что? Свечи зажги. Да я-то зажгу, не сомневайся. Ну. Спасибо тебе. Пока. Пока. Она у тебя? Что? Ингу позови. Тихо, ты ребенка разбудишь. Нет ее у меня. Как нет? А где? Ей больше некуда деваться. Куда она могла поехать? Так что ты там натворил? Да ничего я не успел натворить. Вернулся с работы с коллегой. С коллегой женского пола? Да. Ну ты и козел. Юлечка, помоги мне. Юль. Тебе? Ты бабу домой привел, еще и в такой день. Бедная Инга. Ну, пожалуйста, ну позвони ей. Ну, она на мои звонки не отвечает, прошу тебя. Глаза мы на тебя не смотрели. Не отвечает.
Иду, иду. Иду, иду. Сейчас. Так. Ой. О, здрасте. Здравствуйте. Вам шор. Заходите. Рад вас видеть. А ты куда это? Собралась с позором. Да никуда, я только приехала. Ага, врать-то мне. Машина твоя холодная, значит, ночь стоит. А я все жду, жду, да и монеты нет. Значит, печь не топит. Думаю, как она там одна в холодном доме? Может, случилось чего? Ох, да ничего не случилось. Ой, я у вас вчера ночью несколько дровишек взяла, а растопить не смогла, уже сил не было. Ну ты как? Приехала огород поливать или вспомнила, что грядки не полоты? Шутите? А то. Ой, девка, у тебя в этом годе такая смородина уродилась. Ужас. Я ее всю оприходовала. Думаю, что, добро пропадать. Я тебе вареньем отдам. Ладно. Ну, ты как, надолго? Или только на дом посмотреть? Да не знаю. В отпуск вот приехала, так что задержусь немного. Ну и молодец, что ни в какие Таиланды не поехала. Приходи позавтракать. Ой, дай-ка щепочку. Вапшор, вы пока потопите здесь, ладно? А я пойду дом посмотрю. Только не уходите никуда, а то мне страшно. Да ладно. А что, боишься-то? У нас тут лишь и не будет. Да у меня вон в соседней комнате окно выбито оказалось. Да ты чё? Ага. Вот паразиты. Пропал чё? Да не, ничего не пропало. Чему тут пропадать? Ну, как-то страшновато. Пойду посмотрю. Ну, давай. Угу. Да водку искали, точно. Ну, наверное. Да это всё деревенское хулиганьё. Ага. У сторожа как собака померла, так они и стали по домам шариться. Ничего, ему скоро волкодава привезут. Вот тогда и посмотрим. На чердаке. На чердаке посмотри. Ну, что там? Нормально? Поймала свое привидение? Нет. Ой, спасибо вам. Сейчас хоть прогреется все. Ну что, пойдем оладушки кушать? А? Идем. Пошли. Муська моя, паразитка. Представляешь, зимой окатилась. Ну, я-то всех котят раздала. Один остался. Тебе котенок не нужен? Нет, Вапшур, не нужен, спасибо. Сходите. По
Погибший Олег Привалов был ведущим хирургом известного в всем мире центра хирургии и трансплантологии. Ой, господи, как жалко, доктор. В место аварии приходят пациенты, которых оперировал Привалов, и просто неравнодушные люди. Приносят цветы, зажигают свечи. На счету Привалов сотни спасенных. Ну, сказали, почему авария? Ну, как так? Вот едет машина, а потом вдруг сгорела, а? По предварительным данным, возможно, причиной аварии могла стать другая машина. Ишь ты! Однако второй участник происшествия... Ну, надо же! Прям недалеко от нас. Ты что, не ешь-то? Остыли уже. Вдова погибшего Надежда Привалова пока не готова комментировать случившееся. Однако пресс-конференция с руководством клиники назначена ладно, в ближайшее все, время. Хватит. Со вчерашнего вечера все крутит одно и то же. Я вчера аж сплотнула. Чё-то мне не нравится твой аппетит. А? А? А, ты какая-то странная. Ты не заболела? А, нет, нет, все в порядке. Просто да задумалась что-то. А Максимка когда приедет? А он не приедет. Чего? В командировке. А это тогда кто? Где? А вон. Кажись, к тебе. Ко мне. Сиди, не доела еще, я сама их приведу. А тебе их угостить-то нечем. Да нет, 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 нет. Это вы как раз пейте чай, я встречу. Привет. Ну, хоть бы улыбнулась. Значит, правильно я тебя вычислила? Чего ты телефон-то отключила? Наверное, потому что не хочу, чтобы мне звонили. Как ты думаешь? Меня Макс ночью напугал. Он такой расстроенный был. Я сама испугалась. Ага. У тебя все нормально? Давай, давай, счастливо. Все в порядке. Инга, добрый день. А мы вот тут к вам на чаек заглянули. Угостите? Петь, что ты несешь? А что? Ты сама сказала, оператор должен быть сыт, а то камера в руках дрожать будет. Здрасте. 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 Ну, пойдемте, поставлю чайник, но вот еды у меня нет, Петя, извините. А у меня оладушки есть, хотите? Хотим. Ну, Инга, давай обратно в дом. Друзей бери с собой. Послушайте, оставьте меня все в покое. Да что случилось-то? Инга, да подожди. Ты можешь остановиться? Да стоп. Я вообще не понимаю, что происходит. Чего ты приехала? Я тебя просила. Вообще-то мы подруги. Да помиритесь вы еще. Так, не начинай. Ладно, извини. Можете продуктов привезти? Или еще что? У тебя деньги-то есть? У меня все есть, мне ничего не надо. А знаешь что? А поехали с нами, а? Юля, ты правда не понимаешь? Мне сейчас просто необходимо побыть одной. Да не в город, а на место аварии. На место аварии? Зачем? Да мне для передачи нужно там кое-что подснять про Привалова. Место гибели ее мужа? Повезло тебе, эффектный поворот. Я думаю, что это убийство. Убийство вряд ли. Да я тебе говорю. Полиция про это молчит. Но наши снимали в клинике и брали интервью у сторожа. Тот сказал, что Привалов уехал вместе с водителем, а труп в машине найден всего один. Ну пусть полиция этим и занимается. Эй, ты чего? Ты что, совсем расклеилась? Неужели вот ничего журналистского не зашевелилось у тебя? Нет, не зашевелилось. Юля, я тебе благодарна. Я понимаю, что ты пытаешься меня расшевелить, но не сейчас. Слушай, а если водители есть киллер? Его и так и не нашли. Останови ты свою бурную фантазию. Ты сейчас навыдумываешь того, чего и не было вовсе. Ладно, жаль. Могли бы вместе над передачей поработать. Не обижайся. Я правда ценю твою заботу. Спасибо. Вот, хозяйка, принимай работу. Все? Круто, Петь, молодец. Прекрасно. Спасибо. Ну, вас не дождешься, так я вам сама оладушки принесла. Сейчас чайку поставим, посидим, поговорим. А, да, поехали. Куда? Ну как куда? На место аварии, ребята, у нас же работа. Бабшу, ради бога, извините, но в другой раз. Да как же так? Спасибо вам, прибольшое. Я вам посуду с Ингой верну.
Красиво тут. Петя, ну хватит деревья снимать. Давай мне деталей побольше. Да слышь, слышь, снимаю, снимаю. Если Макс позвонит, что ему сказать? Скажи, что я умерла. Видеть его не хочу. Ну, глупо. Останешься, как я. У тебя хоть ребенок есть. Вот именно, знаешь, как тяжело одной. Юль, мне еще в жизни никогда так плохо не было. Я его не прощу. Вот поверь мне, как матери-одиночки, всегда может быть еще хуже. Вон взять жену этого Привалова. Еще вчера только была работа, репутация, муж. А сегодня? Да уж. Ладно. Как это не ужасно. Это такой кошмар. Ой, скользко. Инга! Ну чего ты там? Ну ты идешь? Иду, иду. Сейчас только перчатки надену и иду. Спускайся к нам. Инга! Инга! Ну, здравствуй, Максимка. Здравствуй, баб Шур. Вы Ингу не видели? Уехала. Как ты уехал? Машина у ворот стоит. А что с ней делать? Приехали эти с телевизора и увезли на другой машине. О, черт. А ты что с цветами-то приперся? Небось, напаскудил чего? Да. Че сразу напаскудил-то? Что, нельзя просто так, что с цветами приехать? У вас все, дело есть, да, для всего? Ну, дело твое. Ну и ладно. Баба Шур, подожди. Когда вернет, сказала? Дня три не будет. А может, и неделю. Так что ты цветочки-то свои забирай. Все равно завянут. До свидания. Ага, пока-пока. Петь, а можешь проползти с камерой? Мне нужен субъектив, будто человек вывалился из машины и ползет из последних сил. Юль, пристрели меня, у меня даже последних сил уже не осталось. Ладно. Сними тогда вот этот лес позловещее, и будем выбираться. Ну что, пойдем? Не, я уж туда не полезу. Ты знаешь, я вернусь домой, мне тут по прямой недалеко, километра полтора. Может, все-таки в город вернемся? У меня поживешь. Нет, я здесь останусь. Поживу в тишине. Ну и долго ты прятаться собираешься? Юль, я не знаю вообще пока, что я буду делать дальше. Поживу здесь какое-то время, подумаю. Ладно, я тебя завтра наберу. И не думай, что я тебя в покое оставлю. Да я не сомневаюсь. Ладно, пойду, пока не стемнело. Давно уже по лесу не гуляла. Пей, держись. Спасибо. Да, не нравится мне все это. Надо завтра вернуться и проведать, как она тут. И к телефону подходи. Ого, ничего себе. Я раньше и не знал, что женщины, оказывается, дружить умеют. Умеют, Петь. Пошли. Добрый день. Не страшно вот так одна гулять? А вам? А, смелая, значит. Местная? Местная. И дом у меня ждут, и мой муж знает, куда я пошла, так что если не вернусь... Да вернетесь, вернетесь. Да погодите вы, следователь Серегин. Да вы не бойтесь, я вас провожу. Послушайте, а я вас нигде не мог видеть? Лицо мне ваше знакомо. С понятием, вам показалось. Да, и провожать меня не надо. Сама дойду, идите, куда шли. Я никуда не шел, я тут просто воздухом дышу. Скажите, пожалуйста, а вот эта тропинка, она куда идет? Это? Ага. К шоссе, там остановка. А, так это там, где авария была. А скажите, огонь из деревни хорошо был виден? Не знаю, я не смотрела.
А зачем вы тогда к шоссе ходили? Это что, допрос? Простите, это у меня профессиональное. А вот скажите мне, вчера, сегодня вам чужие в деревне не встречались? Ну, там, может, там в гости приехали? Неужели вы думаете, что в такой аварии кто-то мог остаться в живых? А этого я вам не говорил. Но вы же здесь из-за аварии. Этого я вам не говорил. Я здесь, собственно говоря, по другому делу. Тут женщина одна пропала. Тоже, вот как вы, вышла к вечеру погулять. Вы только пугать меня не надо. Вы что, следите за мной? Вы уж извините меня. У вас аптечка есть? Мне бинт нужен. Я вот в лесу упал и руку вот поранил. Пойдемте поищем. Спасибо. Вообще-то здесь было полно бинтов, но я тут так редко бываю, забыла, наверное. Вы пока присядьте, а я в машину сбегаю за аптечкой. Хорошо. Обработаем сначала. Это перекись щипать не будет. Ну, я в курсе. И все-таки, где я вас мог видеть, а? Да какая разница? А вы меня насчет мужа обманули. Вы здесь одна. Вам-то... Что за дело? Да. Ночью не страшно? Мне не страшно. Ну, вот и все. Спасибо. На здоровье. И все-таки, визитку все-таки возьмите. Ну, мало ли что, ну, вдруг страшно станет. Или что-нибудь подозрительное заметите. Или какие-нибудь незнакомые люди появятся. Вы уж мне позвоните. Договорились? Угу. До свидания. До свидания. А промотай-ка, где жена Привалова выходит из машины. Еще чуть-чуть. Останови. Так, а укрупнить можешь? Что это она в сумку кладет? Это что, глицерин?
Петя, она в сумку глицерин кладет. Посмотри на ее зареванное лицо. Слезы не настоящие. Она перед тем, как выйти из машины, себе глицерином под глаза намазала. Петь! Mm. Петь, ты слышишь? Я с тобой разговариваю. Я все слышу. Вдова не настоящая. Конечно. Мы будем продолжать работу. В том числе и научную. Я не хочу, чтобы дело моего мужа умерло. Просто сейчас очень сложный момент. Не только для науки, но и для меня лично. У нас с мужем была дружная семья. Мы были соратниками. Молодец. А сейчас в конце интервью надо рассказать какую-то душещипательную, душераздирающую историю. Ну, вспомнить что-нибудь из своего. Может, вы отдыхали где-то вместе? Может, он какого-то котенка спас? Да какого котенка, черт возьми? Этот глицерин, он все время высыхает. Слушай, эту роль надо доиграть до конца. Ты хорошо выглядишь, у тебя хороший костюм, тебе будут все жалеть. Я сказала, что его нужно остановить. Я не это имела в виду. А что ты имела в виду? Поговорить с ним? А я, Олег, извини, так вышло. Ты только нас, пожалуйста, никому не сдавай, а то нас посадят в тюрьму, все будет очень плохо, дура! Ты еще спасибо скажи, что вот так вышло. Он, если бы до Серегина доехал, его просто надо было убрать. А так, автокатастрофа. Все естественно. Ты не понимаешь, этот препарат, он действительно вреден. Как и все остальные. Одно лечит, другое калечит. Нет, хуже. Мы сегодня спасаем человеку печень, а через 2 года он умирает от рака. Но он же не в нашей клинике умирает. Знаешь, я передумала. Мы вернем инвестору деньги и скажем, что этот препарат вреден. В конце концов, я не знаю, найдутся другие спонсоры. Мы просто отложим ненадолго свою работу. Ты что, девочка моя, тебе не сережки в ювелирный магазин сдать, потому что они мужу не понравились. Здесь слишком большие деньги, и тебе никто не позволит так взять и соскочить. Хорошее состояние. Для интервью, запомню. Как я теперь жить буду? Так можешь себе горсточку нашего препарата махануть? Ну так, чтоб долго не мучиться. Ладно, извини. Плохая шутка. Все, прости. Иди ко мне. Хорошо будешь жить. Со мной будешь жить, богато будешь жить. Иди ко мне. Не хочешь, мальчика молодого завезешь. Ладно. Все, прости, опять идиотская шутка. Темка. Андрей. Ты меня любишь? Милая моя. Конечно, люблю. Очень люблю. Пандочка. Все. Давай-ка ты пойдешь умоешься. Стой, правда, на панду похоже.
Все будет хорошо, давай. Надежда Алексеевна? Я даже готов поверить, что вдова горюет. Ты что ли довел? Муки совести. Ну что там? Серегин только что звонил. Ну что? Пока не нашли. Человек не иголка. Ищут. С Надеждой Алексеевной что? На попятную пошла? Представишь, мне человечка. Там телефонные звонки и почта. Но если сорвется. Понял. Шумелся. Ну-ка, тихо. Так, что получается? Если, конечно, своему знакомому можно верить. Я его разбудил, думаешь, у него были силы выдумывать? Клиника получает деньги на научные работы, но при этом исследования тормозятся. Я тебя доставил. Можно я домой поеду? Слушай, да поспи у меня лучше. Лишних пару часов. Чего тебе время на дорогу тратить? Давай, раздевайся. Только тихо, у меня ребенок спит. А у тебя что, всю ночь дома один? С няней. Так что здесь еще няня. Можешь не бояться. При свидетелях я не буду на тебя покушаться. А я не боюсь. Так, Привалов погибает. При этом денег и след простыл. А что если авария — это не случайность? И даже не убийство. Влезешь? А мужских нет? Нет, Петь, нету. Есть хочешь? Я в душ хочу. Душ здесь. Привалов инсценировал смерть и скрылся с деньгами. А жена была в курсе, поэтому она и не плачет. И это не водитель убил Привалова, а Привалов водителя. Хорошая же версия. Ага. Хирург-каскадер. Круто. Да. Нужно ждать опознания трупа. А... мне только после этого можно будет в ванную пойти. Ой, извини. Я сейчас тебе полотенце принесу. Мама! Вот он! Хороший дядя. Добрый. Спи давай. Thank you.
Даже не думайте звонить. Брось телефон. И не кричи. Мне терять нечего, я уже мертв.